Решение проблем дачного поселка «Мечта» сегодня на контроле у окружных властей. На имя губернатора округа местные дачники написали коллективное письмо, в котором выразили свое недовольство тем, как в поселке организована подача электроснабжения. Люди уверяют, что инженерные сети находятся в крайне плачевном состоянии. Ресурсоснабжающая организация, в свою очередь, заявила, что проблему энергообеспечения «Мечты» поможет решить установка дополнительной трансформаторной подстанции, а также замена линий электропередач и смена опор. Но это слишком затратные мероприятия, и оплачивать их, как выяснилось, должен «Энергогаз Ноябрьск» во всяком случае. Об этом сегодня в актуальном интервью в нашей студии заявил директор департамента энергетики и ЖКХ «Ямала» Михаил Гилев. «Энергогаз Ноябрьск» планирует реализовать эту схему в ближайшее время, то есть в течение 2013 года. Вот, у них этих денег в тарифе не было предусмотрено, то есть решение, больше политическое, чем экономическое. И я понимаю, что у них будут определенные сложности, то есть эти деньги надо изыскать в своем бюджете и, собственно говоря, реализовать процедуру. Но если я правильно понимаю, они уже к этому приступили, то есть идет закупка оборудования, материалов.